Всем привет, интересная машина. Написано Peugeot 405. 115 тысяч, но это не 405, ребят, это 605, похоже, какой-то. Смотрите. Небольшой. Это не 405. Вот. Не знаю. Ребята говорят, надо посмотреть в ПТС-ке. Вот. Ладно, смотрим дальше. Видюшечка такая неплохая на вид, по крайней мере. Все тут вроде четко, никаких рисков особо, грязи, пыли не видно. Это у нас универсал. Нарядная очень машина. Вроде как даже по левой стороне все в родной краске. Ну, мы сейчас побыстренько просто пройдем то, что есть. Покажем. Шкода универсал. Нива. Не знаю, интересно будет вам, неинтересно. 13-й год, 70 тысяч заявленных. Четверочка нарядная такая, смотрите, какая она. Ну, конечно, кое-что тут подкрашивалось, я так полагаю. Но очень цвет, очень состояние хорошее. Машина 11-го года будет. Здесь единичка, здесь двойка, здесь тройка. Стекла минимум, вот это стекло в салоне. Руль. Ну, вроде соответствует. 12-й год. Пробег написано у нас, заявлено. Не вижу где. Не знаю, не показано. Нет, не сказалось, честно. Вместе с радиатором не покрашено. Капот крашеный, да. В бабки не ходи. Да, здесь вот. Крашеный. Так. Даже белорусские машины продаются на белорусских номерах. Лада Калина седан. Так. Вот неинтересно. Уставшая Приора. Без цены. Так, Passat B4. 250 тысяч. Что-то круто. Целый совсем, что ли, нет? Да нет. Неплохое состояние, смотрите. Родной кожаный салон, коробка автомат. Руль не кожаный. Ну. Классная, в принципе, классная по виду. Вот. Дальше. Так. Дальше нам, кстати, ребят любезно согласились, разрешили, точнее, съемку. Так, там потом, не знаю, нет смысла туда идти, там микроавтобусы. Пятнашка такая вот. Отмытая, неплохая. Свеженькая такая еще. Цены нету. Зверский джип.
у нас Nissan Тирана. Девяносто первый год. 300 000 заявлено. Лачите с автоматом. Уставший такой. Что-то с фарми произошло. 5-й год. 180 000 автомат. Салон весь. Кое-где прожженный. Автомат вижу. Это не чехлы. Так. Кадик. Кадди у нас будет 12-й год, 500 000. Морда, конечно, такая вся, если честно. Сколы всякие здесь вот с ребят полироли на бампере. Фара запотела. Так. Это у нас полностью пассажирский. Нива Шевроле 380, 13-й год. Он здесь ручки уже пошли. Еще одна Нива Шевроле. С обвесом, тоже с обвесом, 11-й год. Почти в том же самом месте. Так. Такие, это самое, спортишь. Саны 420, 10-й год. Здесь 10-й год, 380. Да. Ванос, 8-й год, 135 000. Весь, правда, покрашенный. Красивая краска. Здесь что-то сзади такое. Краска красивая. Здесь подломы какие-то. Восемнадцатый год, 545 000. 18-й год, 545 000. Лада Ларгус. Перешитым рулем. 420 000, 429. 13-й год.
Мицубиси. Что тут у нас дальше? Такой нарядный, красивый. Ну, конечно, видно, что крылышко криво стоит. Дверька так себе. Дейл Некси 186, 11 год. Шкода у нас Фабия, 6 год, 144 пробега, 212 тысяч. Так. Такая вот машинка замечательная. 165 тысяч, сервисная книжка. 13 год, 72 тысячи. Пробега 165 тысяч. Ну, Ланос. Вот этот Ланос поживее будет, чем тот коричневый. 205 тысяч стоит 12 год. И салон такой вроде родной. Вот это родные сиденья вот эти. Максимальная комплектация, по-моему, будет у нас с серебристыми этими вставками. А, нет, не максимальная. Да нет, такой более-менее чистенький, нарядный. Сзади весла. А, спереди весла тоже. Нет, не максималка. Не максималка. Ребят, это не максималка. А, это даже не Ланос, это Шанс. Так, там ничего интересного. Опель. Корса 99-го года, 105 тысяч. Такая, в принципе, неплохая Корса на вид. Колесики сдулись, но, в принципе, никакого ничего на вид криминального нету. Все более-менее так пристойно. Дверь крашеная, вижу. Двенашка такая замученная, 115 тысяч, 9-й год, хотя стекло такое все затертое. Opel. Шевролюшка. Шпакля лопнула. Покажи, кто тут стоит. 218 тысяч, 8-й год, 180 тысяч пробега. Нива. Не знаю, чем они мне нравятся. Такие, конечно, блин, они. Нива 238 тысяч. 10-й год, 75 тысяч пробега. 81 лошадиная сила, мотор. Такая обшивка на руле, сиденье странное какое-то тут. Подломанное место, смотрите, как много. Багажничек какой офигительный. Ну, как в четверке у меня такой же. Здесь еще не гниет вроде бы. Но есть уже жучки. Чем-то покрашен. Лантра, Лантра. Лантра 213 тысяч стоит. Год не указан. А, 2005. 2005. Баллончик с краской. С серебристой. В комплекте идет руль перешитый. Такие вот машинки, камера, ребят, садится. Крыло другого цвета немножечко, нормально. Серебряночки подкрашивались, я так полагаю, вот эти вот диски. Да. Вместе с суппортами. Так, а это новая, посвежее Лантра. 290 тысяч, 390 тысяч. 10-й год, 145 тысяч. Руль, конечно, лысоватый, для 145 тысяч. Зимний Нокиан. Хюндай такие вот.
знаешь, бочина вся крашеная. Восьмой год, 130 000. Хорошая комплектация тут, кожаная, комбинированная, руль кожи, места много. Музыка на руле, автомат, может быть даже максималка. Люка нет. Так, пока камера не села, вот газелька такая же, как у меня, будет стоить 230 000, она вот здесь выставлена. Восьмой год. Так, что у нас тут интересного? Ну, в принципе, машина под покраску. Морда вот такая вот вся, как на моей. На моей я буду красить кабину. Здесь крыло какое-то вдавленное вовнутрь. Вот. Капот железный. Кстати, хороший капот, можно сказать. Кузов у нас короткий, высокий. Может быть там... А, нету. Салон, в принципе, нормально все. Ящики ржавые, двери под сварку. Сзади что у нас, ворота. Вот, да. Ну, тоже тут надо порядок все приводить. Такие вот машины здесь еще стоят. Резина. Какая-то есть, но так себе. Она инжекторная будет. Такие вот цены. Volkswagen без цены. Газель с ценой. Сейчас камера сядет совсем. Соболь. Да. Такой настекленный. Там все зашторено. Поклевка отваливается. Такой вот интересный. Соболек. Маршрутка без цены, еще один газель поприличнее, газобаллонка, 10-й год, это у нас бизнес, такой поприличнее, чем до этого газель синий был, здесь тоже двери сгнили, 10-й год, смотрите, резина здесь приличная, сзади, спереди тоже. Приличный такой газель. Ну, тоже кузов короткий. Ну все. Вот это автосалон, где я был. Ну что, спасибо автосалону. Очень милые продавцы. Любезные. Уважительно разговаривают. Хороший автосалон, открытый к покупателю. Приходите, смотрите.